другим темам дня. Югра готова к пожароопасному периоду. В Сибирском региональном центре МЧС России прошло селекторное совещание в режиме видеоконференц-связи с представителями трех округов – Сибирского, Уральского и Дальневосточного. Спасатели обсудили необходимость объединять усилия федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления при профилактике в период пожаров во взаимодействии со СМИ. Что касается Югры, то она готова к пожароопасному периоду. Начиная с осени, спасатели проводили опашку населенных пунктов, создавали минерализованные полосы, вырубали просеки. Налажено в Югре и организовано в круглосуточном режиме взаимодействие со всеми органами власти. Подписано соглашение об обмене оперативной информацией. Оказывают помощь спасателям в горячий период прокуратура и полиция. Это совместное участие в оперативных штабах, которые создаются как на окружном уровне, так и на муниципальных уровнях, что позволяет принимать своевременные оперативные решения, в том числе привлечение дополнительных сил, средств, независимо от форм собственности, определять более оперативно и принимать решения по собственникам, по лесопользователям и по составу структуры, которая будет принимать участие в тушении, в ликвидации возможных пожаров, чрезвычайных ситуаций, перехода пожаров на населенные пункты. Ну, пользуясь случаем, скажу, что у нас за последние 10 лет ни одного такого случая не было. Надеюсь, что этот год не будет исключением.